Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам расскажу, как правильно приготовить кофе в гейзерной кофеварке. Ну, для начала нам нужно залить воды в кофеварку. Вопрос, сколько заливать? Уровень воды нужно заливать, чтобы он не закрывал вот этот вот клапан. Внутри, если его посмотреть, его видно. То есть, фактически воды нужно доливать чуть-чуть ниже этого клапана. Что мы и делаем. Вот мы залили воды до этого клапана. Теперь кофе. Какой же нужен уровень кофе? Кофе нужно насыпать в полную чашу. И очень важно кофе, именно когда вы насыпали полную, как бы спрессовать. Здесь даже продаются специальные по размеру чаши штучки, но можно спрессовать обычной ложечкой. Насыпали. Спрессовали его. Полное это. И прессуем. Есть. Такое дело. Ну, теперь, собственно, закрываем. И ставим. Ставим, кстати, не на самый большой огонь, потому что, ну, или индукция, или электрика, то есть не на самый максимум. Я ставлю на семерку, газ тоже сильно не нужно, потому что кофе будет горчить. Теперь очень важно, когда вы только поставили кофеварку эту гейзерную, нужно открыть эту штучку. Для чего? Потому что, когда ты часто ей пользуешься, все равно, когда моешь, внутри остаются остатки влаги. И если она будет закрытая, она будет, когда начинать готовиться, немножко как бы подтухать такой будет. Ну, неправильный привкус будет у кофе. Поэтому, когда мы ее открываем, соответственно, во время нагрева ее, она нагревается, лишняя влага начинает испаряться. И когда она полностью испарилась, тогда вы уже наслаждаетесь вкусом нормального кофе. Так, теперь дальше. Ну, сахар по вкусу. Я уже насыпал себе сколько. И ждем тот момент, когда начнется закипать кофе. То есть первые граммы напитка начинают через гейзер просачиваться. Они будут самые горькие, но и в то же время самые концентрированные. Поэтому мы вот дожидаемся их. Вот они начинают появляться. Много не нужно, буквально 10-20 миллиграмм, может быть, даже меньше. Вот они появляются. Теперь закрываем крышечку. И первый вот этот самый концентрированный, самый горький кофе мы сливаем в сахар чуть-чуть. Но не нужно. И уже в закрытом состоянии оно продолжает себе готовить. А мы тут с сахаром, ну это для тех, кто пьет сахаром, кто пьет без сахара, этого делать не нужно. Взбиваем либо обычной ложкой, ну я взбиваю таким венчиком. Он, кстати, у меня есть его обзор, это венчик для капучино, для молока. Для чего? Во-первых, получается кофе, во-вторых, получается такая прикольная пенка. Все на все. Первый кофе, тот самый горький, самый концентрированный, с сахаром. И ждем, пока у нас полностью за это время дойдет кофе. Вот он уже доходит. И будет практически готов. Получится прекрасный ароматный напиток. Вот он закипел. Ну, еще не полностью закипает. Сейчас будет полностью. Напоминаю, что после того, как первые миллилитры кофе вы слили, вы закрываете крышку, чтобы... Ну, вот он готов у нас. Мы его выключаем и уже доливаем полностью. И вот у нас получается такой прекрасный ароматный напиток, приготовленный в гейзерной кофеварке. Ну, вам спасибо за просмотр, жду от вас лайки, подписки. До новых встреч, впереди вас ждет еще много всего интересного.